До 20 июля продолжается прием работ на конкурс видеоработ «ТикТок Весна» от телеканала «Универ ТВ». О том, какие темы видеороликов самые популярные и не только, смотрите в нашем следующем сюжете. К участию в конкурсе допускаются открытые профили социальной сети TikTok с не менее чем 5 опубликованными видео, не считая конкурсной работы. Количество видео от одного участника не ограничено. Конкурс проводится в несколько этапов. На самом деле мы очень удивились, что лидирует такая обширная тема «Казанский федеральный университет в моей жизни». В принципе, там можно подать, не знаю, рассказать что-то о том, как ты поступал в КФУ, о том, как ты, какие эмоции подарил тебе университет. И вот она стала основной такой лейтмотивной темой, она лидирует, и на эту тему достаточно большое количество роликов. Но на втором месте, скажу, не сильно далеко от нее, это творчество и Казанский федеральный университет. На первом этапе участнику необходимо опубликовать в социальной сети TikTok видеоролик продолжительностью 15 секунд на одну из следующих тем. Казанский федеральный университет моей жизни, наука и Казанский федеральный университет, творчество и Казанский федеральный университет, забавная история в Казанском федеральном университете. Всем, ребят, кто и участвует в этом конкурсе, кто решил себя проявить на площадке TikTok, а кто-то, может быть, на других платформах медийных, всегда оставаться в медийных трендах и всегда пользоваться всеми возможностями. Не только хайпа или там смехача ради, да, а всеми возможностями, которые сегодня новые медийные площадки предоставляют. Не забудь отметить официальный аккаунт телеканала «Универ ТВ». Через «Универ ТВ HD» указать хэштеги «Студвесна КФУ» и «ТикТок Весна». Напомним, список тем представлен в группе «Универ ТВ» в социальной сети. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, «Универ Ньюс».